Скип Петрович, ничья уже третья в сезоне. Как в целом оцените то, что на поле происходило? Не, ну понятно, что мы рассчитывали на победу, но постарались максимально встряхнуть команду, поменять. Где-то, может, это выглядело авантюрно, но поменять кое-какие позиции. Вот, так скажем, кардинально. Ну, за неделю понятно, что не все получилось. Не все получилось. Но самое плохое — это то, что чувствуется скованность и зажатость. Это психологический момент, его надо преодолеть. Понятно, что для этого нужна победа, чтобы почувствовать себя более уверенно, более спокойно. Вы говорите, что это поменять. Это в первую очередь схема касалась, да, что сегодня там защитники центральные, там 5 человек, ну, 3 центральных, 2 по флангам, Юсюкевич в центре. Именно в плане схемы что-то изменили. Да. То есть хотелось, мы говорю, встряхнуть максимально. Ну, не все получилось, особенно первый тайм практически не получилось. Вот, во втором мы выглядели получше, но все равно еще у нас очень, скажем так, большие проблемы с созданием наших голевых моментов. А вот выпало несколько человек. Ну ничего, будем думать. Я думаю, что все получится. Сегодня Павлов вышел впервые, дебютировал. Насколько, как нападающий, он наверняка полезен, учитывая, что там Лынько и Козел, по сути, весь выбор именно вот в позиции центрального форварда? Ну, пока насколько он готов, настолько и выше. Вот, я надеюсь, что со временем наберет форму, потому что пропустил достаточно много. Вот, и в дальнейшем нам поможет. В целом, если уже говорить, понятно, сезон начался неудачно, понятно, болельщиков там много каких-то там вопросов, переживаний. В целом, если вот говорить о этом начальном отрезке чемпионата, что, не знаю, что по-вашему, в чем причина такой игры, и что вам дает, не знаю, оптимизм, надежда на то, что в будущем все получится исправить? Ну, понятно, говорю, что не хватает побед. Вот, если так проанализировать, достаточно много там таких спорных эпизодов. То есть мы на этом не заостряли внимание, да. Но, в принципе, за эти игры нам 3 пенальти, в принципе, в чужие ворота должны были поставить. Мы как-то это все пока пропускаем, на что-то надеемся. Вот. Но в любом случае, не говорю, что пока самая как бы большая проблема — не получается создавать именно в последней трети, то есть в концовке, достаточно серьезную угрозу соперника. А вот, ну, говорю, подтягиваются люди, ну, будем стараться все равно что-то думать и выходить из этой ситуации.